Здравствуйте, друзья, добрый день. Мы сегодня с вами находимся на территории храма Александра Невского. Сейчас посмотрим подробнее, покажу вам всю эту красоту. Смотрите, солнце выглянуло. Вот такой очень красивый храм. А также здесь, смотрите, на территории такие цветы осенние. Вам покажу. Даже не одна была, а три. Вот здесь смотрите, какие красивые, не знаю, как называются эти цветы. Если кто знает, напишите в комментариях, как вот эти цветы называются. Вот, с этой стороны тоже цветет. А здесь это куст какой-то. Вот какой-то куст уже. Такими желтыми цветами. Интересно. Он после дождя, видите, все блестит. Розы тут такие красивые цветы. Какие-то белые, непонятно, что это за растения. Тут тоже красиво. Там вдалеке то же самое. Цвета здесь ромашки. Да, если пройти, что там? Вот какие клумбы. Мини-клумбы сделали с разными цветами. Интересно. Это, видимо, недавно сделали, что-то такого не видел. Еще здесь такие клумбы красивые. Плиткой выложила, тут немного огорожено. Ой, ребят, смотри, какие красивые розы-то, высокие вот эти, особенно, видите, такие. Куст один небольшой и высокие дальше идут. Красота, красотень. Вот, а здесь у нас храм. Ой, здесь, смотрите, какие-то вазоны поставили. Это какая-то капуста цветная, что ли? Не знаю. Что такое? Тут вазоны. Это еще герань. А, это герань в вазонах у них здесь стоит. Разноцветная. И красная, и любая белая. О, белая красивая. Геранька. Такая. Так, женщина закрыла, пошла, видимо, заниматься цветами.
хозяйством. Закрыла двери. Мы не пойдем вовнутрь. Так просто снаружи обойду. Покажу вам. Чисто символически. Кашель сегодня у меня. Смотрите, купола какие красивые. Это прожекторы Philips. Здесь, когда стемнеет, здесь все храм подсвечивается со всех сторон. Очень красиво, особенно вот из окон этого дома. Красиво смотрится. Такие дорожки выложены. Плиткой или кирпичом. Понятно, плиткой, наверное, какой-то тротуарной. Красота безумная. Это дом какой-то, не знаю, что это за дом. Такие пеньки. Дом какой-то жилой или что-то. Живут они здесь, служители. Смотрите, красота какая. Солнце выглянуло из-за туч. Все. Глаза слепит. Ну, сейчас отойдем с другой стороны. Еще раз посмотрим. Вот у нас новостройки. Кто давно подписан, уже знает, видел уже видео про них. В общем, вот так, смотрите, какая красота. Колокольня там. Все, что нужно. На этом все, мои друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось, дизлайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, до скорых встреч.